Искры, запах масла, скрежет металла. Типичная атмосфера для ремонтной мастерской. Каждый день, утром и вечером, в большом ангаре Химки Электротранса троллейбусы проходят профилактический осмотр. Здесь устраняют мелкие недочеты, чтобы избежать неприятностей на рейсе. Раз в 3 месяца каждую из машин направляют на плановый ремонт. Мы находимся в помещении ремонтной мастерской. На плановое мероприятие, в соответствии с графиком, все троллейбусы периодически проходят установленные мероприятия ТО-2 и ТО-1. Это по обслуживанию. ТО-2 – это полный ремонт, обслуживание, разборка, проверка ходовой, смазки и все остальное. Полный ремонт проводят каждые 3 месяца или по достижению пробега в 12 тысяч километров. Сегодня троллейбус №1, следующий по маршруту улица Дружбы, стадион Родина, отправлен в мастерскую. Прямо сейчас проводят диагностику транспортного средства. Слесари подвижного состава проверяют ходовую часть, подшипники, износ колодок и тормозных барабанов, электрики, гидроусилители руля, электрические схемы и контактные механизмы. По результатам осмотра ремонтируют кузов. Сначала снимают панели, потом происходит монтаж новых, сварка и покраска обновленного троллейбуса. Подвижной состав уже имеет большой срок эксплуатации. У некоторых машин уже превышает более 8 лет, поэтому приходится менять и кузовные панели, и профили, несущий кузов. То есть объем работ большой. Да. Все они красятся в обязательном порядке, с ТО-2 выходят полностью обновленные. Особое внимание уделяют проверке и замене шин, а также состоянию колодок для тормозов, которые изготавливают здесь же. Завершающая часть – полная уборка салона. Сейчас в парке Химки Электротранса 31 троллейбус. При этом на линии работают 23-25. Так что если машина вышла из строя, ее всегда можно заменить без нарушения движения маршрутов.